Драйв, задор, воодушевление. Именно такая атмосфера царит среди студенчества в это время года. И дело не только в теплой погоде. В учебных заведениях начинается сезон студвесен. Наша съемочная группа узнала, как это происходит в Чувашском государственном педагогическом университете. Студвесна уже давно перестала быть праздником только для студентов. В зале, да и на сцене можно заметить преподавателей и выпускников. Причем приходят они не только посмотреть, но и помогают готовиться. Начальник отдела творческих инициатив ЧГПУ Валерий Суранов уверен, все дело в духе студвесны, который сложно отпустить. Вот в студвесне на сцене это настолько открыто, настолько свободно, где нет старших людей, кто бы указал, ткнул, вот это нельзя, вот это можно. Они сами выбирают, они сами действуют, сами работают и сами притворяют свои замыслы. Наверное, именно это нравится, потому что что я придумал, то я и сделаю. Чести открывать студвесну 2014 удостоились победители прошлого года – факультет дошкольной и коррекционной педагогики и психологии. Готовятся ребята с начала января. Однако, как признаются студенты, секрет успеха вовсе не в ранней подготовке, а во взаимопонимании, старании и поддержке. Для нас это открывать студвесну – это как-то надо удивлять. Ну, просто нельзя открыть. Нужно что-то такое удивительное, тем более после прошлого года, как бы, нужно сделать что-то необыкновенное, не знаю, невероятное. Вот. Анастасия Алексеева, Антон Вовк, Республика.